15 фестивалей, 6 стран и уникальный марш молодой гвардии в 33 городах. Так вкратце выглядят итоги Владимирского театра драмы. В 2016-м количество форумов было значительно меньше, всего 8. На зарубежной сцене в этом году были особенно популярны владимирские моноспектакли «Дайте руку, вот грудная клетка» и «Сны Гамлета». К примеру, последние показали на «Земле обетованной» на фестивале «Вертикаль» в Иерусалиме. За роль современного шекспировского героя Александру Аладышеву вручили диплом, но уже на другом форуме – лаборатории камерных театров и спектаклей малых форм «Молдфест Трампору». Мы впервые за много лет участвовали в Горьковском фестивале в Нижнем Новгороде со спектаклем «Зыковы». И оттуда привезли две награды. Актриса, заслуженная актриса России Любовь Гордеева стала лучшей актрисой фестиваля. И удачный дебют молодой актер Анатолий Шалухин тоже получил приз. Один из важнейших фестивалей – «Золотой Витязь». Спектакль «Гамлет» принес Владимирской драме сразу несколько наград. Постановка получила приз «Серебряный Витязь» за художественное оформление спектакля золотым дипломом, награжден художник-постановщик Дмитрий Дробышев. Такой же награды за роль Офелии удостоена актриса Наталья Демидова. Я ее люблю особой какой-то любовью. Она очень тонкая девушка, ранимая, любящая, любимая. И поэтому она в моем сердце находит какой-то особенный отклик. Мы приспосабливаемся к каждой площадке очень быстро. Времени не хватает. То есть мы приезжаем, разгружаемся. Наша постановочная часть выставляет спектакль, и он получается немножко другой, нежели на нашей сцене. Наверное, это вот самое интересное. Народный артист России Николай Горохов мечтает отправиться на театральные фестивали в Америку, но пока путешествует по близлежащим странам. Самый теплый прием за этот год – в Монголии. Вот везде, где мы не бываем, в крупных городах Европы, и в наших, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, вы знаете, зал встает. Зал встает и аплодирует так, и подходит к нам, говорят, извините, опять же, я должен об этом сказать, может, наш зритель этого не знает. Мы ничего лучшего за последние годы не видели ни в Москве, ни в Питере. Не потому, что там нет хороших спектаклей, но потому, что мы несем, у нас есть определенная, ну, как бы, сверхзадача. На этом фестивальный год не заканчивается. Спектакль «За любовь благодарю» с Владимиром Лаптевым покажут на нескольких площадках в Тель-Авиве с 12 по 18 декабря. Евгения Палагина, Александр Горшков, «Губерния 33».